верующие всегда любили собираться вместе. Это написано даже в Евангелии, в 15 главе Деяний апостолов, описан Первый Вселенский собор. То есть христианам было естественно собираться вместе, решать какие-то вопросы. Но за вот это вот время существования христианства, за эти три века христианство, само не замечая этого, перешагнуло иудаизм и перешагнуло язычество, переросло. Оно стало вселенским. И понял это не епископат, а понял это император. Потому что император очень чувствительный к общим идеям, как это называется. Мы, в нашей стране мы тоже ищем национальную идею, которая объединит народ. Вот, а Константин увидел, что это идея, которая объединяет весь народ. И поэтому он взял христианство, сделал его знаменем, вот, сделал государственной религией и был очень доволен. И представляете ли, он собирался принимать крещение торжественно в Иерусалиме, в том потоке, на том месте желательно, где Христос крещение принимал, торжественно. И собрался уже в путь, и тут его известие пришло, что эта вот идея, которую он взял, она угрожает расколом. Церкви раскалываются, схизма церкви из-за учения, которое появилось в Александрии, учение Ария. И он отложил свою поездку, и от того, что уже многие церкви заражены были арианством, спор уже вышел из Александрии, и все, во всех церквах эти споры шли, он объявил, он созвал Первый Вселенский собор. Вот здесь изображен у вас. Вы посмотрите картинку, где собор этот изображен. Где император сидит. Это какая страница у нас будет? 262. И видите, император сидит на переднем плане слева. Император сидит. Так. Так все логично получается, как я вам рассказываю. Но это совершенно бессмысленно. Это церковь. Это не воинские подразделения, которым он смотр делает. Это церковь, которой правят епископы. Царь не имел никакого права, хоть император, хоть кто, созывать собор. Он сделал это совершенно естественно. Потому что это он сделал государство, государственной религией христианство. Его касается, что происходит с этим христианством. Понимаете как? И он собирает собор так же естественно, как он собирал бы смотр своих войск. Ему нужна национальная идея. Ему нужно единство его империи. Вы поняли мою мысль? Но это бессмысленно было, что император созывает собор. Это не дело было государства. Это дело было церкви.